Всем здорова, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем Resident Evil Code Veronica. Вот. Продолжаем. Так, давайте ленту выкинем. Итак, мы взяли, короче, сапфир. Красный сапфир. И нам нужно вставить его в шкатулку, которая находится, короче, во втором особняке Ашвардов. Вот. Туда и двигаемся. И что-то у нас будет. Я так полагаю, наверное, нам дадут еще одну штучку эту. Какую-то. Пятиугольную, что ли, какая-то, да, которая надо. Где самолет, короче, вставить. Воу-воу-воу-воу-воу! Вы откуда здесь взялись, черти? Причем так много? Так, ладно. Шпигуем. Да сколько? Смотрите, сколько их тут много. Охренеть. Да, целься ты на него. Да, Клэр, ну. Что ты творишь-то? А, да. Да, еще и за ногу кусил. Хера такой наглый. Наглость, второе счастье, эй. Блин, стрел-то, наверное, истратил. Охренеть. О, 150 штук осталось. Ё-моё. Жизни-то вообще. Ладно. Жизни было вообще с гулькин-куй, короче. Давайте, ладно. Ну, истратили аптечку. Ну, зато теперь полны сил. Полны сил. Сейчас истратим все патроны и будем ходить с гранатометом. Блин. Музычка прикольная, мне нравится. Здесь такая атмосферная. Правда, в эмуляторе в этом что-то какие-то проблемы с этим, с музыкой. Она сейчас резко так прекращается, да? Но саундтрек прикольный. Прикольный такой. На органах там фигачат. На органах они тут фигачут. Так, окей. Мы в спальне. В чьей-то спальне, короче. Сейчас давай сюда вставим. Сапфир. Красный сапфир. Отлично. Так, есть музыкальная пластинка. Взять музыкальную пластинку. Взяли музыкальную пластинку. Так, окей. И надо ее пихнуть, короче, во вторую шкатулку, да? Эта пластинка нужна для музыкальной шкатулки. Логично. Идем. Так, здесь вот дальше. Вот здесь. Не, ну конечно. Куча зомбарей, такие неожиданно вылезли. Прям, я даже их не ожидал там. Не ожидал. Музыкальная шкатулка открыта. Так, я понял, что она открыта. Давай пихнем сюда вот диск. Сейчас бацаем что-нибудь. Блин, прикольная мелодия. Можно как-то вырезать и ремикс сделать неплохой, в принципе. Надо будет попробовать. Так, ладно. Подняться по лестнице. Давай уж. Раз нам тут спустили лестницу, давай мы поднимемся, посмотрим.
Нельзя упускать шанс. Карусель. Карусель. А, есть деревянная лошадь. Мастерская работа. Окей, смотри, еще одна лестница. А, зона над лестницей блокирована. Окей, надо как-то разблокировать зону под лестницей. Смотри, погоди, это та же... А, это та же лестница, да, по которой мы поднялись. Окей. Что у нас имеется здесь? Ничего полезного. Так, на стене нарисован муравей. Кажется, скважина в области рта. Хм, еще какая-то скважина в области рта. Телескоп. Может, сцена из сказки? Ничего странного не вижу. Совершенно ничего странного. Вообще, что здесь вокруг происходит, вообще ничего странного. Это, блин, повседневная херотень, знаете. Игрушки и инструменты здесь, ничего полезного. Его задрали. О, смотри, что-то лежит. О, стрекоза. Дракон. Даже стрекоза. Ну да. Стрекоза тоже дракон. Окей, смотри. Такая вот дракон-объект. Он разработан так, что крылья можно убрать. Убрать крылья? Давай. Мы убрали крылья. Теперь дракон... Чего, дракон? Все крылья отсутствуют. Я понял. Короче, надо в скважину впихнуть этого дракона. Впихнем в скважину дракона. Так. Еще аптека. Неплохо. Неплохо, смотри, принцесса. Может, сцена из сказки, ничего странного не вижу. Еще пианино. Не, играть мы не будем, мы на одной уже сыграли. Ладно, хватит. Так, давай. Пихнем. И завелась карусель. Карусель. О, смотри, лестница соединилась. Мы можем теперь забраться наверх. Так. Окей. Очень интересно. Офис. Какой-то офис, короче, здесь. Обрывок из газеты. А, 10-летняя девочка-гений досрочно выпустилась из престижного университета. Международная корпорация Umbrella Inc. предложила ей должность главы исследовательского центра. Вот так вот, да? Вот так вот взяла и предложила. Короче, это про Алексию, наверное. Библиотека химических книг и энциклопедий. Окей. Так. Там кукла, что ли, или что-то? Кукла Аннабель какая-то. Смотри. Угу. Куда-то надо лезть. Куда-то надо лезть. Так, разные игрушки, ничего полезного. Смотри, там наверху что-то блестит. Аккуратно показаны насекомые. Литературные конспекты собраны здесь. Кругом литературные конспекты. Очень любит читать, смотрю. Наши обитатели особняка. Кстати, смотри, можно сохраниться. Оп, дневничок. Признание. У нас уже было признание же, да? Так, моя сестра Алексия гений и бесподобная красавица. Она все для меня. Я преодолею любые препятствия и отдам свою жизнь за нее. Для Алексии я должен вернуть славу семьи Ашвардов, которую потерял мой отец Александр. Вместе мы вернем белую мощь. То, чего мы достигли, я построю замок, где соберутся только умные. Я не могу позволить, чтобы... Что там? Мишаня? Мишаня какой-то там. Смотрели на мою Алексию, которой посвящена вся моя жизнь, там, типа, наверное. Она королева, а я ее слуга.
Это мой сон, и как он сладок, это усовершенствование будут доказательством моей любви к Алексии. Это цель моего существования. Остальные люди – ничтожество, и скоро они склонятся перед Алексией мной. Посвящено моей Алексии. Альфред Ашер. Ну, как-то больной он, короче, одержимый своей сестрой. О! Про эту штучку я говорил. Все три у нас, или сколько их там, четыре, три, у нас, по-моему, есть теперь. Окей. Смотри, может сохраниться, да, а можно и не сохраняться. Но я думаю, не будем. Сохраним чернилки. Хотя, ну его нафиг, давай-ка на всякий случай сохранимся. Здесь вот. Чушь там раздают. Дают, бери. Бьют, беги. Так, все здесь. Книжки тут ничего. Чернила, все, хватит. Хватит чернилами тут разбрасываться. Налево и направо. Один раз записался, хватит. Так. Погоди. А у нас же повернулось, да, теперь? А как мы сможем спуститься, нет? Вниз по лестнице. Да, смотри, можем. Странно. Или мы в другом месте сейчас? А, мы, наверное, во второй комнате, да? Да. Где брали? Клэр Редфилд, О! стой! Алексия! Наконец-то мы встретились. Как Наконец-то. жаль, что нам уже пора расставаться. Я Алексия Эшвард, и во имя семьи Эшвард я убью тебя. Косая. Ха, тварь. Wait! Что происходит? Клэр аж от страха по-английски заговорил. Да ладно. Оу, Стив! Ах ты падла. Стива ранили. Это на дверь. За ней. Ты в порядке? Царапина. Со мной все хорошо. Так, царапина. Да. Какие они предсказуемые все. Потайная дверь. Ну, эта потайная дверь, она ведет по-любому во вторую комнату, короче, да. Стив, ты ищешь что-то или тебе плохо? Смотри, кровь. Очень стильная зона. Ничего полезного. Я что-то кровь хотел посмотреть. Смотри, парик! Ё-моё, а чё, Алексия лысая? Это, наверное... Да ладно! Ублюдок! Хера он больной, просто. У него, короче, раздвоение личности, да, наверное? Что? Нет! Это... Подожди, что это только что произошло? Так Алексии никогда и не было. Я задаюсь этим же вопросом. Ты думаешь, он считал себя двумя разными людьми? Ладно, пора уходить отсюда. Активизирована система самоуничтожения. Вот это да! Взорвать вместе с нами весь комплекс. Давай, мы должны попасть в аэропорт. Должен немедленно эвакуироваться. Запахло жареньким, короче, да? Да? Так, смотри, белокурый парик. Запятнана кровью. Окей. Надо валить, короче. Короче. Альфред у нас больной. С раздвоением личностью, короче. Вот. Ну, странно, да? Он, короче, он разговаривал другим голосом. Слышали же, да? В аэропорт, да? В аэропорт. Бежим в аэропорт, короче. Завести самолет. И свалить отсюда нахер. Вместе со Стивом. Да.
Вместе с молодым Леонардо Ди Каприо. Похож, да, кстати, это Стив на Ди Каприо. Может прототип с Ди Каприо брали? Всякое может же быть. Так, главное, чтобы сейчас никакая херня не встретилась с ним. Это будет ого-го. И что-то мне подсказывает, что, блин, надо, наверное, все-таки взять этот... гранатомет нахер. На всякий случай. Берем гранатомет. Так, это мы раз. Так, давай. Возьмем, наверное, аптечку. Еще одну. А, вот это мы скомбинируем. Так. А вот этот гранатомет. Я не знаю, кислотные брать или не брать. Думаю, пока вот этих хватит, наверное, да? Патронов. Комбинируем. Вот так. Окей, отлично. Так, погоди. Еще одна штука, и одна у нас поставлена, да? Да, все. Кислотные, блин, не знаю, брать, не брать. Ладно, пока не будем. И так сойдет. Погнали. Погнали. Сегодня мы с тобой погнали. Я буду очень рад, если мы спокойно пробежим, короче, без всяких там зомбарей или еще кого-нибудь. Клер! Но? Это, наверное, все те, кто уцелел. Нам тоже лучше убираться. Правильно. А, сваливать, пойдем. Смотри. Ни хрена себе. Тут оказывается не один самолет, да? Видали, да? Три самолета, короче. И, блин. Оказывается, не так и мало народу-то выжило, да? Мы должны попасть в аэропорт. Да давай это уже. Я уже понял, что мы должны попасть в аэропорт. Рули штурвалом, капитан. Стоят такие, как роботы, на этих столбы, да. Он меня услышал, кажется. Бежит просто без оглядки. А если Клэр там споткнулась, знаете, знаешь, или подвернула там ногу. Похер, бежит. Ой-ой-ой-ой, зомби. Так, нахер. Просто нахер. Не хочу я с ними связываться. Так, патронов мало. Так, окей. Здесь пихнуть надо. Так, очевидно, панель управления лифта толкнуть, переключать. А, погоди, какой ясен хер не сработал у нас, не вставлен ничего. Чпунь. И... Чпунь. Очевидно, панель управления лифтом, да? О, все, отлично, мы сейчас свалим отсюда.
Так, ящик. Можем что положить? Нет, ничего не можем. Окей, смотри, ручка. Нет! Мы никуда не улетим, если мы не поднимем мост! Оставь это мне! Ты оставайся здесь и готовься к отправлению! Ну, конечно, оставь это мне, блин. Рычаг. Это, кажется, взяли из панели управления. Так, смотри, здесь можно сохраниться еще. Ну, у нас пока у нас еще минут 10 есть. А, пускай будет. С собой возьмем. Вдруг закрыт? В смысле? А, не та дверь. Так, погоди, там на мосту, короче, находятся эти рукастые. Желтые полосатики эти. Блин, вот да. Пошла девушка, да, открывать этот мост. Мне чтоб Стив, как мужчина, сказал, я там. Пойду сейчас, все сделаю, все будет, чики-пуки, короче. Нет, отправил девушку, короче. Сам там сидит, кнопочки нажимает. А, этих нету, мы их убили, что ли? Да ладно. Чуть мне казалось, желтые тут чуваки. Их убили, что ли? Ни хера себе. Это хорошо. Это очень порадовало. Так. Пихаем рычаг. А, нам, короче, да, мы рычаг сейчас пихнем, надо будет в обходняк, короче, нам двигаться. Потому что этот сыкун без нас не свалил. Ща, короче, в обходняк пойдем. Так, что у нас здесь? Прибор контролирует давление масла на мосте. На мосте. На мосту, блин. Евреи. Так, окей. Смотри, зомби. Что-то лежит, что ли? Погоди. Возьми аэропорт ключ какой-то. Что за ключ? Ключ от моторной задвижки. Слово К-402 написано на ярлыке. А, это, наверное, ключ. Я понял. Или это не сюда, что ли? Не, я думаю, короче, ключ это... Да. А, ключ... Ну, сейчас там, короче. Не объяснить. Внизу. Короче, в обходняк сейчас идем. Вот здесь. Вот от этой решетки. Решетки. Все, отлично. Так, погодь, смотреть, сохраниться можно, да?
Может сохраниться. Да. О, патроны от пистолета, да ну нафиг. Скильки лет, скильки зим. Патроны от пистолета. Еще и гранаты взяли. О, еще и две аптечки. Просто шикарно. Так, давай комбинируем. Это тоже скомбинируем. Это тоже скомбинируем. Отлично. Так, стоп. Надо эти ящики, короче, да блин, ящики отодвинуть. Один есть. Просто Тетрис. Отлично. А это прибор контролирует состояние воздуха. Угу. Все ясно, понятно. Состояние воздуха. До взрыва осталось 5 минут. Да ладно. От меня. Вот как вы заплатите за то, что пытались помешать. Теперь я отомщу вам. О, новый вид тирана. Ну куда же без тирана-то? Куда же? Охереть. Куда же без него? Блин, надо было сохраниться, твою мать. Твою мать. Охерен. Ёкаламэне. А вот это, вот этого я никак не ждал. Просто никак не ждал. Ну здравствуй. Развернись! Завалил? Я думал, все, кранты, короче. Все, ладно, ладно, ладно. Ладно, бежим, бежим. Я думал, сейчас будет пипец просто. А мы его завалили. Сколько мы на него потратили? Нормально. Неплохо. Так. 3 минуты 20 секунд. Херня, ваш тиран. Херня. Да, серия просто насыщенная, насыщенная. Столько поворотов, да? Да поехали, поехали уже. Так, осталось совсем чуть-чуть. И мы сваливаем отсюда. Просто! Осталось совсем чуть-чуть.
давай, все, приплыли. Так, там сейчас зомби еще, да? Не знаю, не хочу я с ними связываться, надо как-то их... как-то оббежать. Оп! Фу, я думал, он меня схватил. А херушки там! Отлично. Все! Спасение, мать, спасение! Ну что у тебя там сердце стучит? Все, на самолете. Почему ты так задержалась? Я уже было начал волноваться. Нет времени, чтобы все объяснять. Пойдем. Он еще да. И возникает, да? Мы уберемся отсюда. Пора прощаться с этой зап. С этой зал. Пора прощаться с этой зал. Зал. Все, аллилуйя. Аллилуйя. Сделали это! Ура! О, наконец-то все кончено. Теперь можно и... Прости, я знаю, что доставил тебе много людей. Плюс 18. Да нет, все в порядке. Нам двоим и так было тяжело. Я надеюсь, что ты найдешь своего брата. Я знаю, как это будет с ним. Как-то мило. Стив. Итак, куда мы сейчас направляемся? Я могу доставить тебя куда ты захочешь, Клея. Я слышала, что в это время года очень хорошо. Хорошо. Чего? Очень хорошо, хорошо? Я слышала в это время года очень хорошо, хорошо. Ладно, соглашусь. Ну, блин, сильный аргумент. Очень хорошо, хорошо. Он сейчас на танке уедет? А, хрен. Там потайной ход, смотри. У этого козла все продумано. Эта игра еще не закончена. Хера себе, такой ключик, знаете, да? Что такое настоящий ужас? Это еще только начало, короче. Это еще не конец, дорогие ребятушки. Это только начало. Так что рано мы расслабились. Вертикальный взлет. Проверю. Я должен закрыть двери грузового отсека. Я должен. Иди проверь, ты должен. А не я должен. Вообще-то. А, у нас есть. Так. Окей. Сохраняемся, дорогие друзья. И на этом вот, на эту такую оставим такую. Как она называется-то, блин, забыл. Интригу, короче, оставим такую. Вот. И продолжим уже в следующей серии. Вот. Проверять там, что там в грузовом отсеке.
у нас. А пока сохраняемся, и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем комментировать, вот, заглядывать в описание. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.